Хайоги, с вами Шумики, и это у нас Гукамоле Супер Турбо Эдишн. Так, музыка не орёт, тогда все нормально, полетели. Так, сейчас немножко микрофон сделаю под рот. Вот так. Так, у нас здесь статуя. С новыми способностями. Отлично, справился с факелом, чувак. Я почти даже ненавижу тебя так сильно за то, что ты ломаешь все мое имущество. Отлично, пришла пора игры по-крупному. Схватиться за стену и удерживаясь. Так, это S, да? И вверх. Козлиный подъем. О, то есть я смогу теперь сейчас лазить по этим? По стенам? Или бегать? S. Нифига себе. Так, подожди. По карте, где я хотя бы? Ага, здесь у нас была битва с факелом, да? Готово, да? А ну-ка, а он полностью забежит наверх? Нифига, прикиньте. Так, ладно. Мне сейчас нужно тогда... Блин, не то. Ну, слушайте, если по тени смотреть, то... Главное вовремя... А, то есть он еще и сам ломает сразу. Так, плюс ячейка маны, да, у нас? А, нет, не ячейка маны. Ячейка силы. Ну, не суть важно. Ой, я таймер забыл запустить. То есть на зеленый вообще нельзя садиться, как я понимаю. Ну, становиться. А ну-ка, я... Подожди, зеленая херня, она восстанавливает мне этот? Ага, я понял. Это тяжко, подождите. Здесь нужно еще просто понять. Так, мне 2000, да? Восстановление. Ну, мы с вами броски, да, решили, типа, практиковать. Поэтому будем за счет прыжков играть. Так, путь сократили.
Так, а фиолетовый мы так и не поняли, да, что это? У меня есть фиолетовая территория. Синяя территория. Ага. Ага, давайте попробуем побежать в синюю. Ну, там, где фиолетовая, то есть. Ага, то есть пока что мне туда никак не попасть. Не страшно. Блин, ну, короче, мне нужна еще одна способность, и мы с вами будем ходить в локациях, где мы уже были. Так, еще не хватает. Сейчас пойдем поверху. Так, там еще синяя есть территория. Давайте, короче, сейчас поверх, потом вниз я разрушу синюю и потом наверх. Так, сейчас мы сделаем все. Ну, блин, сейчас просто немножко кнопочки путаю. Поэтому как-то так. Ну, теперь хотя бы я могу куда угодно забраться. Вот и забрались. Так, плюс сердце. Интересно, с этой стороны смогу запрыгнуть? По идее, зацепиться можно. Это будет довольно тяжко. Я могу просто под землей пробежать. Ладно, погнали. Под землю, нам только под землю, походу, надо идти. Пока что так больше никакого пути у нас нету. Ну, как раз вот синюю территорию сломаю там по пути. А, их туда же две. Так, а что такое желтая? Ага, вспомнил. Помнил. Так. Как раз у меня и на улучшение есть. Способности. Свой бой. Увеличит радиус. Суплекс.
Так, давайте, наверное, здесь поднимусь. Блин. Гамнюх. Типа ему вообще урон не нанеслось, серьезно? Так, я еще наверх сюда мог попасть, ладно. Тогда на обратном пути. Ну смотрите, под ним типа можно встать, и он тогда тебя вообще не достанет. Как вариант. Как вариант. Так, плюс хпшка. Ага, неплохо. Хорошо, что заметил. Так, подождите, я по пути как раз таких еще не упускал нигде. Вот есть проход. Они такие маленькие точечки. Ой, ладно, если что, потом поищу. Как-то он не сильно начал дамажить. Раньше он, мне кажется, посильнее дамажил, нет? Или мне кажется? Ладно, надо быстрее добежать. Тут слишком медленно бегу. Да и где ты еще упустил? Окей. Так, а что у меня здесь в городе? Во-первых, в городе я могу сделать супер тако. Так как у меня острый перец теперь есть. Ну, погнали, сделаем тако. Привет. Знаешь что? Я нашел сокровище. Хочешь посмотреть? О нет! Куриный вор снова нанес удар. Он украл мое сокровище. Пожалуйста, найди и поймай его. Куриный вор. Я думал, куриный вор это вот этот здоровяк. Так, нет, сюда я потом пойду, когда получу последнюю способность.
Эй, если вы умеете ходить через стены, это было бы классно. Меня зовут Ошибком. Не, ну серьезно, мне здесь явно не место. Скажи сестре, что я в порядке. Ей не стоит беспокоиться за меня. Мне больше нравится оставаться по эту сторону комнаты. Окей. Спасибо, что нашли ошибку. Ему пока и здесь нормально. Я хотела бы знать, что он в порядке. Спасибо, что пришли через все эти проблемы. Вот, я не знаю его цену, но примите это в качестве награды. Ну, здесь, видите, чисто дополнительные миссии, нам все выдается в виде награды. Грасси, сеньор. Ты вошел в историю. Ты помог мне создать самую большую в мире и лучшую энчеладу. А вот в виде курицы там такого нету. Ну, именно танца. Так, вижу внизу раз. Давайте сразу вниз. Оказывается, сюда можно, походу, попасть все-таки. Как-то. Да. Прясово, ты петухи. Как ты меня нашел? Если ты никому не скажешь, что я здесь, я тебя награжу, хорошо? Ко-ко-ко-ко, отвали. Да, я знал, что там кто-то есть. Так, теперь нам нужно в здание вот сюда. Грасси, сеньор, я благодарен вам. Давайте отпразднуем под прекрасную музыку. О, теперь у нас есть музыкант. Подожди, а было же 85, нет? Или 85 это всего игры я прошел? Непонятно, ладно. Но тот момент, конечно, мне непонятен. Если это пройденные все игры, тогда... Ну, такое. Значит, мы скоро заканчиваем. А что мне по статуям? Подождите. Ну, у меня 4 ненайденных. Аговая ферма. Аговая ферма. Особняк Эль Президента. Ну, фиг его знает, ладно. Пико де Гала. Великий храм. Ну, великий храм, скорее всего... А, смотрите, всего у меня 48% пройдено игры. Понятненько. Ну, блин, мне все равно нужна аневая способность. Если я типа хочу попасть туда, куда мне надо. А, то есть здесь снег так падает, а здесь снег так падает. Знаете, ударная волна как-то их всех позбивала. Я
Я думаю, оно мне мешает, типа, подниматься или нет? А, я понял. Ну, здесь по-любому будет тигр, потому что здесь тигриные башни. Элитные скелеты используют темную энергию для телепортации на карте, когда вы получаете урон. А когда получают урон? Значит, это у нас элитные. О, видите? А, я думал, я его убил. Суплекс. Ей. Нет. Давайте сюда. Хлоп. Тут. Все способности поиспользовал. А это типа разные места, что ли? Нет, одно. Надо смотреть все равно на вот эти мини-проходики, потому что... О, сейчас будет битва. Ух, нихера себе. Знаете, элитный какой-то жесткий. Сразу все новые формы дали. Так, хорошо, сейчас. Тихо. Но вы видите, типа я уши бросками вообще почти ни хера не наношу. Я понимаю, что я могу сделать импульс. Но это такое все равно. Все. На самом деле я немножко не понимаю, куда мне идти. Но так как здесь сохраняшка, значит мне сюда нужно идти. Иначе логично, что мы пойдем в обратную сторону.
Да, я был прав. Опа, СТП. Мне показалось. А, это просто черная херня, забейте. Или это проход такой? А, у меня денег нету. У меня нема денег. Ну куда? Ага. Так, я и видел. Так, еще немного денег мне надо. Тогда я смогу себе приобрести то, что мне надо. Вот как раз я и получил, да, эти деньги. Они же все упали вниз. Да, они все упали вниз. Блин, смотри, а внизу показано, что там еще что-то есть. Или... А, нет, это просто полосочки. Так, ладно, полетели. Лучардо, мост впереди разрушен. Это был единственный путь к вершине Сиерры. Пико де Галло лежит под нами. И некоторые говорят, что можно пройти дальше в горы через Пико. Блин. Подожди, а что это хотя бы за место? Гигантский камень, закрывающий вход в великий вулкан, открылся. Это вулкан исходит из зла энергии, нежели это конец света. Гигантский камень, закрывающий вход в великий вулкан, открылся. Это вулкан, исходящий из зла энергии, неужели это конец света? Я вас понял. Это вот это он и есть, да? Не входить, не входить, не входить. 5% пройдена этой локации.
Если вы ждете от меня воскрешения своего компандре, тогда выполняйте свою часть сделки. Вы обещали мне бесконечную армию скелетов. Где они? Великий Калака, наши силы растут не только числом, но и свирепостью. Ах да, мы также работали над дополнительным заданием, да? Позвольте представить. Малыш Калака. Все верно. Особый питомец для всех наших спонсоров. Что все это значит? Ты моя мамочка? Идиоты, мне надоели ваши проделки. Отправляйтесь создать мне армию. Конечно, Великий Калака, мы удвоим наши усилия. Пошли, малыш Калака. Дома тебя ждет теплое молоко. Пальма, какие-то камни. Ау. Готово. Я потом, наверное, костюм куплю, который вдвойне увеличит урон. Мля. Ладно. А, тут еще камни мне мешают, ё-моё. А в чем подвох? Ну, короче, мне лишний раз лучше не прыгать. Найс. Окей. Найс. Сколько раз я здесь умру теперь? Хорошие мальчики. Сами попрыгали, позагорали. Ага. Окей. Засейвился. Ну слушай, ну это хотя бы не лава, и то радует. А если я... Не, нельзя, да? А, ну типа ваншотят.
Ну зачем ты атакуешь? Так, ладно, нужно до контрольной дойти и сохраниться. Плюс еще хпшка. Так, ладно, давайте наверх куда-то до контрольной дойду и там закончим. Вот. Или тут уже что-то конец. Походу нет. Ладно, давайте тогда здесь остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.